Добрый день. Вышла погулять. Сегодня тепло по-весеннему. Хорошая погода. Вот березки, смотрите. Дедушка посадил 3 года тому назад. Уже подросли. Он умер. Березки, видите, теперь напоминают о нем. Вот эти туи были маленькие совсем. Когда переехали мы. Уже. За 3 года много чего поменялось. Много что построили. Многие предпринимательствами сейчас предпринимателями стали. Много, как говорится, бизнес свой открывает. Вот видите, здесь, пожалуйста, тоже в аренду сдают под бизнес. Вот здесь в аренду. Вот баня. Баня. Это баня действующая. Вот баня тоже там, получается, общежитие, вот, баня тоже уже действующая. Вот эти кольца для канализации делают тоже люди. Вот тут у меня лаванда, посеянная семена, вот здесь Санталина Санта, кустарник, многолетний, это тоже многолетний. Но я не знаю, если они взойдут, конечно, после стратификации. Вот они у меня месяц стояли на стратификации в холодильнике. Получается, 4 января я их посеяла. Сегодня уже 6 февраля, месяц, получается, они у меня в холоде были. Вот в холодильнике. Теперь я вот вытащила, сейчас на подоконник поставлю для прогрева. И посмотрим, за сколько дней они взойдут. Если взойдут, конечно, если качественные семена. Вот, посмотрим. Потом вот у меня, смотрите, этот хризантема здесь у меня желтая. Правда, на нее напала тля, я вижу. Нужно будет обрабатывать. Вот эти хризантемы, вот отросточки, я уже, знаете, заморозки начались. Я возле работы кустарник видела, такие хризантемы желтые. И они уже подмерзли, мороз уже был где-то, это значит, наверное, конец октября, может, ноябрь был. И вот я вот эти отросточки сняла, отломила с кустарника. И вот, получается, я их в воде, по-моему, подержала. Потом я их, получается, в стаканчике с землей посадила, корни пустили. Видите, за зиму, правда, они не выросли особо. Еще пропало несколько штук. Там у меня были хризантемы красные и коричнево-желтые. Вот они не принялись. А вот эти желтые именно после заморозков. Они принялись. И вот они. Видите, если потеплеет, я их, конечно, уже в мае, в конце, может, апреля или мая, я их высажу на улицу. Вот, надеюсь, у меня желтые хризантемы будут в этом году. Thank you.